Шапинг, поздравляю с победой. Гостевой очень важный, 3 очка взяли. Гол, передача. Расскажи свои впечатления об игре, поделись. Спасибо за поздравления. Игра, конечно, была тяжелая. Здесь, в Сербии, играть всегда тяжело. И самое главное, что мы победили, что мы уходим на перерыв первыми и немного оторвались от Польши. Но самые главные игры впереди, они будут через год, и нам надо выходить на Евро. Мы все хотим выйти на Евро. Что вообще по сегодня по сербам скажешь? Могли они чем-то удивить или не смогли преподнести сюрприз? Они, честно говоря, удивили тактикой, потому что у них крайние защитники заходили в центр, и немного было неудобно под них подстраиваться. Но они тоже большие молодцы, но на сегодня мы были сильнее. Ты отдал голевую правой и забил с правой. Часто ли, вот не со своим, скажем так, не то что не рабочий, но не основной? А я, по-моему, в этом сезоне больше правой забил, чем левой. Так что я не знаю. Так что, походу, 2 рабочие. Помнишь, как забил? Да, помню. Саша Ломовицкий там проходил по центру и, получается, бил по воротам. И мяч отскочил мне. И я увидел, что ворота как бы пустые. И в ближний угол с правой ноги попал верхом. Как оценишь этот цикл осенний? Я думаю, мы хорошо его провели, мы не проиграли ни одной игры, мы, по-моему, сыграли, ну, 2 ничьи, но мы никому не проиграли. И я думаю, мы, так скажем, это пойдет нам на пользу, в актив можно занести. Своей игрой доволен? Всегда есть к чему стремиться, я такой человек, я никогда не бываю доволен своей игрой. Я всегда ищу ошибки, и у меня их много, и мне много чем надо прибавлять. Спасибо.